Всем привет, друзья! Канал Мусалим. В работе у нас джип Grand Cherokee. Мобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим и данный компонент с пульверизатором. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Проклеен подкрылок. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция лакиров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!